Слышно, да, супер. Добрый день, коллеги. Меня зовут Чашкин Леонид. Я студент Высшей школы экономики. Я бы хотел поделиться с вами нашим небольшим опытом в развитии свободного правового обеспечения такого проекта, как VPCS. Идея данного доклада возникла во время прохождения дисциплины на первом курсе магистратуры. Я учусь на образовательной программе компьютерной системы сети. У нас там есть курс архитектуры технологий компьютерных сетей. На данном курсе в практических работах используется эмулятор GNS3. Это программный эмулятор, который позволяет создавать различные топологии компьютерных сетей с использованием образов виртуальных машин. Ну, в качестве образа виртуальных машин используются образы из VirtualBox. В качестве маршрутизаторов мы используем виртуальные машины с операционной системой, установленной Alt-Server. А внутри самого Linux используется пакет FRR для изучения различных протоколов динамической маршрутизации компьютерных сетей. Пакет FRR входит в состав репозитории Sisyph, ну и, соответственно, тоже распространяется под свободной лицензией GPL. Вот. А в качестве конечных устройств у нас используется как раз проект VPCS, это Virtual PC Simulator, о котором и пойдет речь в этом докладе. Вообще, если мы говорим о конечных устройствах, то я здесь выделил два типа, как можно эмулировать эти конечные устройства. В топологии компьютерных сетей можно использовать реальные образы виртуальных машин, то есть полноценную операционную систему на виртуальной машине в VirtualBox любую, и либо использовать специальное ПО с базовым сетевым командой, такой как VPCS. На курсе мы пробовали использовать операционную систему JEOS, Just Enough Operating System. Но, соответственно, здесь минусом такого подхода является в том, что все равно, хоть и JEST минимальная операционная система, но она все равно требует каких-то ресурсов для запуска виртуализации и так далее. Соответственно, мы решили использовать в VPCS. VPCS — это не является полноценной операционной системой, полноценным каким-то симулятором ПК. Он скорее нужен для симуляции как раз конечных устройств, симуляции, которая позволяет эмулировать до 9% компьютеров в моделировании сети. Вот этот проект VPCS, он входит в комплект как раз программного эмулятора GNS3 и также входит в репозитории Sisyph. Однако во время выполнения нами практических работ был выявлен недостаток данного функционала в VPCS. В частности, невозможно было установить статический маршрут по умолчанию, например, в IPv6 адресации вот на этих виртуальных компьютерах VPCS. И, соответственно, из-за этой проблемы IPv6 адресацию можно было использовать только для своей локальной сети, а уже подниматься на L3 уровень было нельзя. Соответственно, мы решили попробовать доработать этот момент. И, соответственно, нами была проделана следующая работа. Мы доработали в проекте VPCS IPv6 адресацию, доработали команду IP, чтобы можно было устанавливать статический маршрут по умолчанию в IPv6 адресации. И, ну, соответственно, для этого понадобилось чуть изменить логику отправки пакетов, в частности, чтобы он рассылал пакеты по данному маршруту по умолчанию. В качестве дальнейших планов мы рассматриваем дальше развивать проект VPCS, в дальнейшем будем его изучать. И также, поскольку мы используем программный эмулятор GNS3, то хочется тоже с ним больше повзаимодействовать. Насколько я знаю, там тоже есть API. И, соответственно, хотелось бы автоматизировать формирование топологии в GNS3, чтобы можно было в каком-то виде задавать эту топологию. И дальше эта топология уже создавалась бы у студентов, а студентам нужно было бы настроить, соответственно, например, связанность компьютерной сети. У меня, наверное, все. Спасибо за внимание. Я готов к любым предложениям, рад буду любым предложениям, готов ответить на ваши вопросы. У меня есть, во-первых, вопрос. Вы же, получается, внесли какие-то доработки в VPCS? Да. Не хотите? Мне кажется, это тоже довольно хороший... Какой проект? Разработчикам в AppStream. То есть внести свои патчи, отправить, чтобы этот функционал мог использовать кто угодно, кто пользуется современным. Да. Ну вот у меня не было такого опыта, но да, я бы хотел потом попробовать. Это хорошая идея, да. Допустим, в какой-то проект. Обновить пакеты в репозитории в идеале. И вот еще предложение есть. Вы слушали доклад Гоши Курячева в пятницу? Да, но, да. Вот посмотрите, как у него организован курс по сетям в Linux. У него очень интересный подход к созданию вот этих виртуальных машин и автоматическому созданию топологии. Ознакомьтесь, это правда хороший функционал, попробуйте. Может, да, спасибо. Здравствуйте, у меня... Ой! Да. Добрый день, у меня маленький вопрос на уточнение. Вы там говорили про недостатки работы с протоколом IP6 версии. VPCS, а четвертый работает? Четвертый, да, там хорошо, там достаточно. Вот VPCS очень хорошо реализован на IPv4 адресация, а вот IPv6 адресация не до конца.
Спасибо за доклад. У меня при упоминании ресурсоемкости Linux возник такой вопрос. А что требуется от этих оконечных устройств, которые эмулируют? То есть, грубо говоря, чтобы он поднял интерфейс маршрута и отвечал на пинги, ну, в первом приближении? Ну, вот да, но по сути нужно только, чтобы он умел отправлять пинг, ну, возможно, какие-то базовые команды сетевые, trace route, настроить IP-адрес там. Вот такое. Просто если захочется сочетать с одной стороны линуксовое ядро и с другой стороны как бы, ну, вот минимальный user space, такие вещи может казаться удобно делать, запихивая все нужное прямо в initrd. В Alt есть средства для формирования таких initrd-only систем. В mkimage profiles можно посмотреть по буковкам fgfs. А, нет, вру, не fgfs. PID1, то есть там есть подсистема, которая в initrd формирует все нужное и запускает целевое приложение, например, там настраивалку сетевого стека, как init. Получается вот такие вот ISO-шечки. Хорошо, спасибо, тоже посмотрим в это направление. Очень короткий вопрос. Правильно я понимаю, что это некая альтернатива Cisco Packet Tracer? GNS3, ну да, он просто позволяет более на глубоком уровне, как мне кажется, потому что в Cisco Packet Tracer у нас только устройство Cisco, а здесь мы можем использовать как угодно виртуальную машину из VirtualBox. Нет, а вот если, как вы сами заикнулись по поводу глубины, с точки зрения уровня OSI, она же ВОС, насколько высоко вот эта вот эмуляция поднимается? До транспортного уровня или там повыше будет? Ну, я на транспортном уровне точно, потому что мы можем настраивать все внутри самой операционной системы, как там нужно, настраивать эти маршрутизаторы. То есть, грубо говоря, фаервол на уровне порта можно организовать? Да, да. Спасибо. Так, я больше не вижу вопросов. Что ж, аплодисменты. Коллеги, давайте поблагодарим докладчика.